Всем привет, с вами Герман, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием BeamNG Drive. И не абы что будем тут делать, а проходить карьеру. Ну как проходить? Не знаю, насколько она длинная окажется, сложная, но мы хотя бы попытаемся. Сегодня у нас первая ознакомительная серия, я вообще планирую пройти карьеру в этой игре. Эту игрушку, я думаю, многие знают. Вот, тут нужно разбивать тачки. Тут офигенная модель повреждений, очень неплохая графика, ну, для такого рода игры. Это, по сути, ну, песочница. Давайте посмотрим. Ready, go! Нам нужно разбить эту тачку, это наше первое задание, так, бах, все. Смотрите, те, кто не знает об этой игре, какие сейчас будут на машине повреждения. Просто в мясо можно разбить автомобиль. Ну, как бы, я повреждений таких ни в какой игре не видел. Так, что-то как-то это не особо у нас вышло в этот раз, ну ладно. Это было сик глупо, наверное, не знаю. Так, чекни твой телефон, у нас какая-то тут предыстория, не знаю, но она тут совершенно не важна. Тут руль, вот, и езду нам откроет, вот. Все, мы выехали в свободное плавание. Вот, теперь мы можем ездить на нашем пикапчике. Предыстория такова. Значит, мы пустынный житель. Мы живем в этом грузовике, по-моему. Ну, я просто предполагаю. И как бы наш главный герой решает, что нам нужно продвигаться по карьерной лестнице. И решает проходить гоночки, задания в пустыне. Вот, зарабатывать деньги, повышать свой статус, авторитет, вот, и как бы J to show map, так, карта, вот наша карта, ну, довольно большая, тут есть где погонять, давайте пройдем пару гоночек, так, я поставил метку куда-то, ага, все, мы разворачиваемся и едем на метку. На самом деле, я очень давно хотел записать эту игру, но почему-то в один момент про нее забыл и только вот буквально недавно вспомнил. Ну, я очень любил эту игру раньше, я смотрел на YouTube всякие приколюхи с этой игрой, как разбивают автомобили в мясо. Так, давайте начнем. Accept. Пожалуйста, так. Идет загрузочка. Опять у нас какая-то предыстория, но давайте не будем на нее обращать внимание. Нам все-таки нужно, чтобы мы насладились геймплеем. Так, нам нужно разбить тачку в мясо. Тут машина не едет. Target distance 1,27 километра. А current distance так. Ну, как бы машина стоит на нейтралке, скорости не переключается. Тормоза. Тормозов. Блин, тормозов нет. О, господи, тихо. Я понял, что нам нужно делать. Нам нужно, проехать как можно дальше. Вот, желательно, чтобы мы проехали 1,27 километра без тормозов, без газа. Вот, просто чисто на везение. Даже ручника нет, я вот дергаю, ничего не получается. Так, ну хорошо, попробуем. Так. Блин, все, разбились. Нет, не разбились. Всего лишь повредили бампер. Вот это, в принципе, не страшно. Что мне нравится в этой игре, это то, что тут настолько крутые тачки, что даже вид от первого лица проработан. Тут буквально все приборы работают. Вот, то есть спидометр, тахометр, датчик, не знаю, как это назвать. Короче, прибор для измерения количества топлива в нашем бензобаке и... температура масла, все это у нас показывает. Игрушка довольно продуманная в этом плане. О, смотрите, я заговорился и даже больше, чем надо, проехал. О, господи! Так, тихо, все нормально. Едем. Так, и сейчас мы уже, по сути, должны скоро остановиться. Да? Я же прошел, все, я прошел миссию. Давайте как-нибудь сами остановим ее. Так, останавливайся. И мы прошли. Блин, еще не прошли. Давай, пожалуйста, остановись. Все, я уже готов. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3.
Остановись. Стой. Стоп. Пожалуйста, стоп. Все. Так, мы прошли. Прошли это задание. Отлично. Next. Next. Вообще есть идея у меня накачать модов на эту игру. Их просто дофигища разнообразных всяких. Так, давай на эту гонку. Вот, дофигища разнообразных модов и попробовать разбивать какие-нибудь тачки. Тут можно добавлять новые карты, кастомные, которые делают любители, фанаты этой игры. Естественно, машины. Машины, просто любую машину можно скачать, которая только есть, наверное. Вот, и ее сюда вставить и как бы вот на ней тут поприкалываться, поразбиваться. Но сейчас мы пока играем на самой простой версии игры, без мода, без всего. И как бы... Так, тихо. Race. Distance 25. Race against opponent across... Так. Гонка против... Гоночка. Гоночка против кого-то. Ну, давай посмотрим. Ага. То есть у нас уже есть соперник, с которым мы должны гонять. Но знаете, в чем прикол этих гонок? Это не то чтобы как бы легко, вот, это очень сложно, вот так вот. Вот, потому что проехать нужно довольно много, 2 километра. Вот, и причем это у нас гонка, мы едем против какого-то красного, не знаю, машины, грузовика, нет, какого-то джипа. Красного, он явно получше нашего выглядит и, скорее всего, мощности у него побольше. Вот, о, тихо, он нас толкает. Но главный прикол тут в том, что в этой игре абсолютно нельзя врезаться. То есть, если мы сейчас врежемся, я разобью машину, выведу ее из строя, то как бы придется начинать гонку сначала. Так, почему у меня машина не едет? Давай, газ. Блин, как будто прилип ко мне. Отстань от меня, пожалуйста. Так, все, отстал, отлично. Так, мы потеряли борт задний, вот, но это фигня, это только облегчило наш автомобиль, мы теперь будем лучше ускоряться. Главное, что мы не повредили нашему грузовику, то есть колеса целые, двигатель не поврежден, геометрия кузова не нарушена. Вот, а тут все возможно испортить. Машину можно просто превратить в маленький комок, не знаю, металла. Можно ее раздолбать так, что ее будет просто не узнать. Вот, но я пока что не хочу проверять, я хочу пройти эту гонку. Я очень хочу пройти эту гонку. Так, осторожно. Я помню, как-то давно запустил карьеру, попробовал пройти и удивился, насколько это все сложно, потому что один раз врезался, все, у тебя отлетело колесо, у тебя стало вести машину вправо, там влево, не знаю. И все очень плачевно заканчивалось. Обычно я сейчас просто заговорился, не обращая внимания на гонку особо, и как-то на автомате у меня получается вести, и тем более я еще первый. Так, тихо. Главное во враг не упасть. Господи! Так, тихо. Так, развернул. С кем не бывает. Давай, назад, заднюю скорость, пожалуйста. Блин, он меня обогнал. Два чекпоинта осталось. Иди сюда, малыш, я тебя в попку ударю. А? Давай. Блин, ну напрямую, наверное, у меня нет шансов. Это получается, блин, последний чекпоинт, и я проиграл. И машина стала кренить вправо. Блин. Все, да? Да, гонка закончена. Вот, ну, я его даже со злости все-таки ударил. Ладно, ретрай. Ретрай. Погнали, я готов. А еще тут можно настраивать автомобиль. Например, выбирать. Тихо. О, тихо. Выбирать осторожно. Ну что ж ты, а? Что ж ты как себя ведешь-то, а? Давай нормально, тут практически ровная дорога. Ты же грузовик, пикап, ты должен выдерживать такие трудности. Вот, мы сейчас едем, естественно, вторые, но это не страшно, потому что в любой момент, если я захочу, я смогу раздолбать своего противника. Вот, это, конечно, будет очень тяжело. Давайте попробуем в него врезаться. Блин, прыгаю. А, тихо. Камни, нет. Блин, тайр. Короче, все очень плохо. У меня теперь машина будет плохо поворачивать. И к тому же у меня колесо лопнуло.
Ну, естественно, такой удар. Так, но сейчас на повреждение. На повреждение вообще не стоит засматривать. Сейчас нам только одно нужно. Нам сейчас нужно выиграть. Но, по-моему, мы уже никуда не поедем. Да, у нас машинка сломалась заново. Ой, помню, как долго я проходил эту гонку. Как это было нереально просто. У моего соперника машина намного живучее, чем моя. Вот, и он довольно аккуратно едет. И к тому же он быстро. Возможно, боты в этой игре и тупые. Вот, но они довольно осторожные. То есть, чтобы им там разбиться, ну, это нужно просто невероятное везение иметь, чтобы бот разбился по пути. Вот, так что приходится рассчитывать только на себя, на свои скиллы водилы. Но, о господи, колесо. Нормально все? Нормально? Давай, нормально. Поехали. 50, ну все, смотрите, у нас машина просто боком идет. Так, аккуратно. Нет, это не дело. Самое сложное в этой игре, наверное, это гонки. Кстати, я не знаю, насколько длинная карьера. Никогда не проходил больше 3 миссий. Всегда, ну, останавливался где-то на этой гонке, потому что обычно мне уходило минут 40, чтобы ее... Так, переворачивайся, пожалуйста. Машинка. Нет. Это самые хардкорные гонки, которые только есть. Проехать аккуратно и не перевернуться, не разбиться в этой игре очень тяжело. То есть, ну, смотрите, как, не знаю, как мыло в руках, она, не знаю, вертится, крутится, переворачивается, блин. Осторожно. Все, едем. Может быть, от первого лица вид, он как-то поспокойнее, нет? Вот, не так чувствуешь скорости. Может быть, у меня сейчас получится. Так, выезжаем на проселочную. Но тут дело в том, что, блин, вот эти вот, блин, возвышения на дороге есть. Так. Они очень сильно мешают тем, что машину подкидывает. И аккуратно. И нужно реально быть очень осторожным. Так, не вписались в поворот. Но главное, что мы просто не вписались, в какой-нибудь камень. Вот, тут это самое главное. Так, едем. Мы первые едем, половина гонки уже позади. Вот, самый сложный маршрут уже пройден. И мне кажется, что моя машина опять кренит вправо, хотя я особо-то не врезался. Может быть, я уже поломал подвеску на этих кочках, ухабах. Так, тихо, кустик. Благо, хотя бы не все кусты вашу машину тормозят. Например, есть такие, через которые можно проехать, вот, не навредив себе. Но их довольно мало. Но пока что мне везет. Блин, самое опасное в этой игре это в том, что вдоль дороги, вот чуть свернешь ты с пути, там уже будут лежать камни, которые, ну, просто убивают сразу твою машину. Если ты на них налетаешь, то все, считай, смерть. Вот, если даже там... Так, я правильно еду? Блин, тихо. Если даже, например, у тебя ничего не сломалось, вот, то ты, во-первых, фиг выйдешь из этих камней. Во-вторых, блин, так, тихо, сосредоточен. Во-вторых, а я уже забыл, что я хотел сказать во-вторых, потому что уровень ответственности мне не дает нормально разговориться, потому что я не хочу проигрывать. Так, 11 из 12, последний чекпоинт, так, внимание, я приехал первый. Так, мне очень сильно повезло. Я обогнал этого чувака. Вот это мне нравится. Вот это хорошая картинка. Мы первые, и нам даже дали какие-то деньги. 200 баксов. Ну, хорошо, 200. Вот, мне пока что... Пока что некуда эти деньги девать. Так, какая-то коробка. Поехали на коробку. И куда нам ехать? Ага, правильно. Едем. Так, давайте настроим машинку. Вот эту вот штуку выключим. Ага. И когда я выключаю эту штуку, машина намного бодрее начинает ехать. Я не знаю, что это такое на самом деле. Вот, но будем считать, что это спорт-режим. Пац. Короче,
Нам нужно сейчас будет довести что-то. Давай попробуем довести. Ready? Go! Так, время идет. Я вот, правда, не представляю, как нам нужно будет цеплять эту штуку. Вот, но сейчас как-нибудь подцеплю. Может быть, она автомат? Ага. Нет, она автоматом не будет цепляться. Так. Так. Опа! Сама подцепилась, сама подцепилась. Нам нужно вот этот ящик довести. И, наверное, самый прикол в том, что ящик, он-то как бы не прилеплен к... Так, тихо. Он-то как бы не прилеплен к прицепу и может на кочке соскочить, и тогда будет нехорошо. И вообще, как бы, было бы неплохо следить за ним. Вот, но камеру тут отдалить нельзя, я так полагаю. 43, 44. Главное, что время назад не идет, то есть, как бы, меня не ограничивают по времени. Это хорошо, но то, мне не нравится тот факт, что я не вижу, что там с моим грузом. Вот, и это первое. Во-вторых, мне сейчас может на каком-нибудь повороте занести... Ага, вот он, смотрите, ящик уже соскользнул. Уже соскользнул. Это уже довольно опасно. Опасно, но мы едем. Давайте будем просто надеяться, что все будет с нами хорошо. И сейчас нам, по-моему, нужно съехать с асфальтированной... Нет, не съехать. Вот, но, по крайней мере, нам предстоит покинуть главную дорогу. Еду я пока что правильно. Так, с ящиком все нормально. Он, по-моему, даже поменял свое местоположение. Нет, он как-то лучше стоять он явно не стал. Ну ладно, это все мелочи жизни. Просто едем. Вот, что может помешать нам? Да ничто, мы как бы опытные водители с вами. Не первый год за рулем, так сказать. И мы спокойно преодолеем все трудности. Главное, чтобы нас только не занесло. Блин, вот надо же придумать разработчикам такую карту, блин. Это же просто самоубийство. Там вправо свернул, все, ты труп. Аккуратно, аккуратно. А как мне попасть, собственно, наверх? Тихо, тихо, тихо. Так, нормально все. Едем. Как мне, собственно... Так, так, что-то я засмотрелся. Наверх попасть. Ну, я думаю, что тут мудрить не особо нужно. Просто едешь по дороге и надеешься на то, что она тебя в скором времени выведет туда, куда нужно. Едем, едем, все в порядке. Эта игрушка, я уверен, что у многих убьет оставшиеся нервные клетки, я не знаю. Вот, потому что это сейчас у меня каким-то чудесным образом получается все пройти довольно быстро. Но на самом деле это... очень тяжело. Так, все, 2.50. Нормально все? Success. Next. Next. Пока что... Так. Следующее. Что у нас следующее? Так, опять вот эта штука. Так. Ута. Юта. Почему-то у меня на счету 0 долларов. Это не есть хорошо, учитывая то, что я как бы... Gravity Race. Подожди. Gravity Race. Я про... No Breaks. Это я прошел. Race Against an Opponent. Это я прошел. И Parts Run. Это... Подожди, я все прошел. Вы хотите сказать, что... как бы... Мне что-то это не нравится. Я же прошел все гонки. Йоу. Пауза почему-то в игре. Я не понял. Я прошел все гонки, но мне не дают дальше... дальше развиваться. Как будто, знаете, как будто мне... Я как бы прошел, но они мне не засчитались. Ну, ладно, не суть. Возможно, это и есть вся карьера, которую придумали разработчики этой игры. Ведь у меня все-таки пиратка. Давайте разобьем машину, и я наконец-то покажу вам, что с ней происходит, когда она падает с обрыва. Ну, собственно, и тачка у нас закончилась на этом моменте. Все довольно плохо. Все довольно плохо, но тем не менее она как бы... Нет, она не на ходу. Двигатель заглох. Так, мы его заведем. Нет, двигатель у нас уже больше не заведется. Вот. Но это нормально, потому что как бы после такой аварии, ну, по сути-то от машины ничего не осталось. Вот камера из худ, так вот, из салона. То есть, как бы, водитель-то точно не выжил. Давайте еще раз разобьем ее.
Блин, я прям вот расстроен, что у меня не получилось ее пройти. Я думаю, тут как лицензионный. Вот, можно как бы все делать, вот, все проходить, но, наверное, у меня просто очень старая версия. Вообще, я хочу, планирую купить лицензионную, тем более сейчас скидки в Стиме. О, тихо, тихо, тихо. Братанчик, все в порядке с тобой, а? Что-то как-то не особо, но машинки тут неплохо разбиваются, я вам скажу. Вот, но как бы повеселиться тут есть где. Ну, ладно. Даже не знаю, что сделать. Фрирум сценарий. Может быть, сценарий попробовать? Вот, потому что как бы очень быстро карьеру закончил. Что-нибудь повеселее есть? Даунхилл ралли. Давайте даунхилл ралли попробуем один раз, чтобы вы имели представление о повреждениях, потому что, скорее всего, я... Очень долгие загрузки в этой игре порой бывают. Жирает, поэтому, чтобы ее прогрузить, вот, не мудрено, что нужно так много времени. Так, ралли уже начинается, как-то я еще не был готов. Так, поехали. У нас время есть, время у нас чисто свое, рекордное. Смотрите, вот тут дофига машин, так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, машин стандартных, которые очень хорошо разбиваются, имеют очень тихо-тихо-тихо-тихо приятные разрушения. Так, давай назад-назад, ты же ралли-машина, ты же выйдешь по-любому. Похоже вообще на какой-то москвич, вот, не знаю, как называется, последние москвичи, которые делали, примерно что-то похожее спереди, вот, но все-таки это раллийная тачка, вот, поэтому мы... Так, 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 тихо, тихо, ралли. Ралли, ралли, ралли. Я, кстати, мне почему-то это сейчас напомнило. Я раньше играл в игру что-то Expand Rally, по-моему, называлось, не знаю точно. XR. Такой логотипчик был. Очень старая ралли. И там было вот что-то наподобие, очень похожая карта. Вот, где я очень любил разбивать машины, но, блин, походу этой машине уже конец. Давайте еще раз. Давайте еще раз сейчас я проеду, проеду как прогонщик супер на полной скорости. Тихо, что-то как-то уже сразу не вписался. Вы не думаете, что я нуб, просто действительно сложно управлять машиной в этой игре. Вот, очень специфическая физика, вот. И, ну, как бы повреждения вы сами можете заценить, в том плане, что вот я прикоснулся к отбойнику, и уже бампер у нас висит. Не знаю, на чем он там висит, почему он не слетает, но как бы от машины он уже отсоединился практически. Так, 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 так. Едем, едем, едем. Главное не в кювет не съехать. Блин, 43 чекпоинта, 43 чекпоинта. Да я в жизни не пройду тут разбиться, как... Тихо, тихо, тихо. Тайр, опять покрышка. Вот видите, мы подлетели, и у нас колесо лопнуло. И, скорее всего, у нас заднее какое-то колесо лопнуло, потому что вот я сейчас мельком глянул, и спереди у нас все в порядке. О, отлично. Так машина даже поагрессивнее выглядит немножко. И спойлер нам-то не нужен уже. Ай, тихо-тихо-тихо-тихо, тормози. Хотя тут уже тормоза, наверное, не подействуют. Единственный способ перевернуть машину тут, ну, он, наверное, тут даже уже не работает. Тут можно как бы потянуть за некоторые точки автомобиля. Вот как бы с ним можно взаимодействовать таким образом. Заводимся. Почему-то у меня машина сразу заглохла. И все, все. Я вырулил. Едем, едем. Мы ралли-гонщики. Так. Настроить камеру. Все-таки игрушка не такая простая. Я пропустил чекпоинт, господи. Но мне она нравится, потому что как только она вышла, я стал смотреть обзорчики на YouTube этой игры. Я даже помню тот момент, когда еще не вышла GTA 5, и эта игра была на стадии разработки. Кто-то выложил разрушение
ну, возможности этой игры по разрушению. Вот, показал, как бьются автомобили. И почему-то люди подумали, ну, я сам даже так думал. И видос он так назывался, в общем-то, многие поверили в это, то, что как бы это геймплей GTA 5. Я помню, видос такой был очень популярный раньше. Геймплей GTA 5, и все просто офигевали от разрушаемости, от того, насколько там четко отрабатывает подвеска каждую кочку, от того, как все реалистично бьется, но такого, естественно, не произошло в GTA 5. Повреждения стали даже намного хуже, чем в GTA 4, но оно и понятно, потому что GTA-шка это аркадная игра, это, ну, не сказать, что прям симулятор, но игрушка довольно серьезная, потому что повреждения тут сделаны, еще раз повторюсь, очень хорошо. Аккуратно переключаемся. Кстати, мне очень везет в том плане, что я еще на ходу, потому что я врезался уже довольно большое количество раз, конечно, аварии были не супер жесткими. Вот, прям чуть-чуть мы касались, но дело в том, что автомобили, подготовленные для ралли в этой игре, ну, практически неубиваемые, они действительно могут прослужить вам долго. Так, тихо, тихо, что-то мы проехали мимо, блин, полотна. Вот мы врезались боком, у нас снесло бампер, тут вот вмятина небольшая. Спереди у нас, конечно, все не очень хорошо, но двигатель не задет. Ай, тихо! Радиатор damaged. Ну вот и все, мы, собственно, закопались. По-моему, уже выйти отсюда не предоставляется возможным, но, блин, нет, тут все-таки, наверное, уже дело в концом. Дело с концом, и ралли это мы пройти очень сложно будет, если тут минут по 20 кататься туда-сюда, вот, пробовать выбраться, но это все фигня. Давайте дефолт, давайте попробуем сюда вот переместиться, чтобы показать вам полностью игрушку. Вот, это как раз-таки будет как, ну, как тестовый такой трек, тестовая карта, на которой можно оценить возможности автомобиля. Так, нам дали пикапчик, но я хочу вам показать другую машину, какую-нибудь другую. Тут вот, ну, довольно много автомобилей стандартных. Давайте выберем какую-нибудь, которая мне понравится. Ну, давай, Гаврил, вот этот же Гаврил, да? V8 Sport, Custom, Drift. Давай Custom, Replace Current, Custom. Так, все, смотрим, что у нас от первого лица. Ну, в принципе, неплохо, как и в остальных модельках. И вот я сейчас вам что покажу. Это, конечно, не совсем та машина, что на которой нужно показывать вот это, что вот эту фигню. Но смотрите, как работает подвеска. Так, орбита, дэш, худ. Сейчас мы тут немножко поколдуем, чтобы смотреть, как отрабатывает подвеска на автомобиле. Вот, и тогда уже вы поймете. Ну, как бы, смотрите, она очень прикольно работает. И мало того, что подвеска отрабатывает, видите, на неровности. Вот, настолько все серьезно, что как бы у нас даже капот почему-то начинает мандражировать. Вот, и не только капот, но и бампер еще. И как бы, смотрите, как это круто выглядит. Может быть, есть игры уже, которые намного лучше справляются с задачей, с этой в плане амортизации там автомобилей или прочее. Но тогда, в 2000, не знаю, в каком, в 13-м, наверное, году, 12-м, когда там, в 13-м, по-моему, вышла GTA 5, вот когда этот трейлер выпустили, все просто офигевали. Но как человек, который ничего не видел, кроме как самп. Вот, я вам скажу, очень круто. То есть, смотрите, мы буквально просто наехали пару раз. Ну, будем считать это бордюром. Вот, и как бы у нас уже лопнуло колесо, оторвался бампер. Вот, и с машиной уже как бы очень нехорошие вещи произошли. Или вот, например, да. Как бы повреждения в этой игре очень неплохо выглядят.
Давайте попробуем разбить автомобиль. Вот. Раз, два, три. Взлетаем. Полет. Очень много возможностей. Вот я, наверное, если вам зайдет этот видос, я обязательно накачаю модов на эту игру, новых тачек каких-нибудь из, ну, из реальной жизни, да. Вот новых карт, и мы попробуем повеселиться. То есть, как смотрите, я могу даже движок вырвать при желании, но как-то он что-то не хочет вырываться, но если постараться, я думаю, возможно. Но тем не менее мне удалось ее вывести из строя. Какие машины тут еще есть? А давайте разгонимся на чем-нибудь и просто разобьем ее в мясо. Вот, например, вот на этом. Так, спорт. Нифига себе, как она выглядит синенькая. Ну давай синенькую даже не будем. Не будем. Сядем в нее и поедем. Так, ну это похоже на Бэху. Бэху, эту купешную хотел сказать. Универсал. Вот, давайте. Разгонимся. Блин, довольно неплохо едет. Так, у нас уже что-то оторвалось. Радиатор damage. Но мы едем. Едем 110 км в час и в стену. Вот что будет, ребята, если врезаться в стену на скорости 100 км в час. Конечно, я не обещаю, что вы загоритесь, но то, что вам придется не сладко, это уж точно у меня... Смотрите, даже, по-моему, стекло заднее, да, разбилось. Ладно, едем дальше. Карты бывают разнообразные. Бывают, например, какие-либо спуски, где вы вот примерно в такой же трубе спускаетесь с горы, машина летит, вам приходится маневрировать, и в один прекрасный момент вот происходит примерно вот это. Вот. Ну, что я вам рассказываю? Я уверен, что вы слышали об этой игре. Так, еще раз. Бах, все, от машины. Ну, машина уже восстановлению, я считаю, не подлежит. Вот, потому что, ну, как бы, не особо все плохо, но то, что у нас двигатель сгорел... А, нет, он еще на ходу. Вот, двигатель сгорел, и, как бы, с передком у нас явно какие-то проблемы. Вот, я бы уже не стал восстанавливать эту машину, тем более вот в таком состоянии. Она, конечно, вот, может быть, еще на ходу. Вот, она еще что-то пытается сделать, но двигатель у нее сейчас конкретно прогорит. Вот, так что с этой машиной все покончено. Есть и вот такие вещи. Это драйвер космического автомобиля какого-то. И это просто бешеная машина. Я нажимаю. Вот, у нас сразу 40, 170, 180, 200. Просто 230. Вот, правда, у нас очень быстро машина перегреется и скорее... Опа! Вроде не заметил эту стену. Просто это мясо. Водитель явно не выжил бы после такого. Вот, а в салончике у нас очень даже неплохо. Смотрите, она даже на дыбы встает. Поехали. Бах! Просто подпрыгнули. Нормально, нормально так прослайдили немножко и... И, ну, как бы все. Этого и стоило ожидать. Вообще, мне такая машина довольно запала в душу довольно сильно, потому что на ней вот, ну, действительно такие вообще непристойные вещи можно вытворять. Вот, конечно, я не уверен, что такие машины существуют в реальности. Вот, ну, почему бы и нет, конечно, если вы имеете достаточно денег, то я думаю, что такую машину сделать в реальности очень легко. Вот, при наличии денежных средств. Вот, но нафиг она такая машина нужна? Вот, потому что она очень быстро уж выходит, так сказать, из строя. Hirochi Sunburst, ралли. Давай, ралли. Replace card. Раллийная машина, как я уже говорил. Вот, к сожалению, мне не удалось, блин, карьеру по-нормальному пройти. Но это ладно, смотрите, у нас даже приборы некоторые электронные. Не знаю, что там показывает, не знаю, работают ли эти цифры, меняются ли они. Вот, но будем считать, что меняется. Так,
ралли по траве, нормально, проехали. Но это чисто полигон, вот как видите, для тестов. Вот, для прикола все-таки другие карты созданы. Ну, в общем, к чему я клоню? К тому, что если вам зайдет это видео, обязательно поставьте лайк. Вот, и напишите в комментариях, стоит ли мне попробовать ее еще раз записать с модами, с тачками, с картами. Блин, почему у меня постоянно машины загораются? Мне это начинает бесить. Вот, с модами, с тачками, с картами, вот, со всеми делами. Вот, потому что именно моды дополняют в эту игру веселье. Очень такого нехилого веселья. Вот, так что, если хотите, благо у меня ресурс компьютера позволяет это сделать, я обязательно запишу, как я тут, не знаю, издеваюсь над автомобилями. Вот, если вам это, конечно, понравится. Ну, наверное, на этом стоит завершить. Вот, с вами был Герман. Всем спасибо за просмотр. Давайте остановим тачку, поставим какую-нибудь прикольную, чтобы на конец ролика все было довольно весело. Вот это что такое? Даже не знаю. Какая-то военная машина. Так, вот, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, вот, если вы хотите, чтобы я записал эту игру. Вот. Так что ждите новых видео. Вот. Я как бы буду пока что ждать ваших отзывов. Вот. И как только у меня будет свободное время, свободная минутка, вот, я обязательно уделю его записи видео. Ну, в общем, всем удачи, всем пока.